Приветствую вас, уважаемые радиолюбители. Я взялся теперь делать диапазоны, в барабан загонять. Значит, вот он этот переключатель ПТК. Так, начинаем с первого. Ну, как они вытаскиваются, эти ячейки, понятно. Вот эту пружину оттягиваем и выколупываем его. И тут тоже так же. Ее тут придавливаем и вынимаем. Катушки туда и конденсаторы. Конденсаторы я еще пока не набрал. В общем, катушки вот всякие разные. Тут всякий сброд, что нашел. Те, которые в барабане были, это вот такие вот они. Вот, а вот такие вот будут туда вставляться. Ну, что-то подпилится, что-то подточится. Получается, в общем, вот такая вот картина. Вот смотрите как. Вот. Вот я вот этот вынул. Вот, зажимаем его в тиски. Третья рука называется. И выпаиваем все эти кончики. В результате вот это вот все вот это вот убирается. Не, ну, конечно, кто-то, может быть, и сумеет вот тут намотать контура на ней, на его родной. Я об этом думал, но не знаю. В общем, пока буду я делать так, как я раньше делал. У меня уже одна конструкция была с таким, но там я делал так. Я брал эти контура и ставил их вертикально, вот в ячейках, вот так, вертикально. Вот, приматывал их тут нитками к этому и приклеивал, ну, все кончики тут. Но тут дело такое, что потом можно их настраивать. Вот эти вот ячейки лишние вынимаешь, верхние, а он же там внизу будет, и отверткой прям настраиваешь без проблем, легко. Но дело в том, что вот эта вот ось, вот эта вот ось, вот она, которая там внутри, вот надо, чтобы она на ось не смотрела, иначе она не даст нам. Поэтому их нужно вот немножко с наклоном, вот приклеивать там с наклоном, немного. Потом так, вот когда мы одну сделаем, а потом вторую начнем делать, то они вот друг на друга мешают. Поэтому там нужно так, одну тут, другую так ставить. В общем, всякое разное, вот смотреть, вставил и посмотрел, как она там получится. Вот так вот, во-первых, они наклоненные должны быть, а во-вторых, они еще вот так в разбежку. Вот, ну а тут, ну я тоже так буду делать. Ну а тут я решил лежа попробовать сделать. Ну лежа, вот я вот какой-то вот нашел, он вроде как нормально вот так будет. Ну, вот тут подточил, подпилил. В общем, это будет гетеродинный. Вот гетеродин, ну тут проще, тут контактов много и места много. Вот, а вот тот, что входные, вот у меня получается вот такая штука. Вот, видите, как у него это 4 контакта. Ну, это хватает контактов там. Вот. И вот какой-то я вот нашел вот такой. Я тут его подпилил, подточил, он у меня вот тут прямо ложится. Вот так. Хорошо ложится, красиво. Вот. Ну и тут, соответственно, так вот кончики. Так что вот какие можно, я буду лежа ложить. Вот, а какие-то я буду стоя ставить. Вот. Ну вот в этого входной тут труднее, потому что их надо будет стоя ставить, но чтобы они на соседние не попадали. А тут места-то мало. Поэтому придется так, а следующий, может быть, так ставить. Вот, ну, вот эти вот подстраивать можно, конечно, если бы я сразу подумал и учел это, то можно бы отверстие сделать и вот так подстраивать. Но тут сейчас никак не подлезешь, никак не подстроишь. Значит, будет делаться так. Вот я его намотал, этот контур, допустим, я его намотал. Потом я беру, вот так вот,
культурненько переворачиваю. Ну. И тут у меня получается, вот они, маркировка. Ну, вот это вот входные, это этот. И у меня получается здесь, согласно моей шпаргалке, то у меня вот контур этот должен быть на втором, на четвертом контакте. То есть вот так. Вот, значит, я вот беру его, наматываю, сколько нужно витков, и вот тут просто вот так беру и притыкаю. Второй, четвертый контакт. Прислонил, посмотрел, на какой частоте это все работает. Если нужно, отмотал, подмотал, снова прислонил, проверил, на какой частоте работает. Все, а потом я его беру и окончательно в эту... Где она там, та колодка-то? В общем, я его вставляю, припаиваю, вставляю его в барабан, переключаю этот диапазон, проверяю, что там получилось у меня. Если нужно, я снова его переключу, вытащу его. Ну, а что? Ну, трудно, конечно, да. Но у нас везде все трудно. Вот. И это вот так его настрою и туда его. Но когда вот, вот так стоят, то тут прямо отверточки берешь и настраиваешь. Так что это вступление такое. Вот я сегодня тут пробовал усилитель высокой частоты настраивать. Вот этот контур настраивал. То есть сигнал подал вот сюда, на конденсатор вот этот, как он там, C9. Вот. А сигнал смотрел вот на аноде вот этой. Вот. Он должен, конечно, этот контур должен на другой частоте, но все равно тут усилитель должен это настроиться. Вот это вот все. Нет сигнала ни в какую. Вот нано подключил бесполезным. Все. Сегодня совсем в ступор вошел. Думаю, что такое? Почему сигнала-то нету? Ну вот прям в упор. Вот, потом все выключил, думаю, ладно, хорре, на сегодня. Телевизор включил, сижу, смотрю. И тут до меня дошло. Думаю, я же эти ячейки-то же не вынимал. Они же все у меня так на месте стоят. Думаю, а что-то в них же катушки, как-то они же там куда-то подключены. Когда внимательно-то посмотрел, а у меня получается, что вот эта вот точка, вот она, вторая, вот эта вторая, вот, и у меня есть вот земляная, вот эта третья, вот у меня вторая, третья замкнутая, то есть у меня сигнал вот этот на земле сидел, а я тут думаю, что же он у меня на выход-то не идет. Так что вот так вот, товарищи, бывают вот такие вот всякие казусы, ну, что поделаешь. Вот, ну, я хоть доволен, что я догадался, что из-за этого может быть. Ну, вот я тут это выпил, ну, правда, я еще не проверял его после этого. Вот, ну, завтра я проверю, сегодня уже некогда. Вот, сегодня я вот это вот разлохматил вот эти... Две ячейки, вот и буду завтра что-то тут настраивать. Так, ну ладно, ребята, я вам показал, как я планирую это дело сделать. Может, у вас какие-то мысли свои появятся, как лучше сделать. Конечно, вот можно было бы, вот если еще никто не начал делать, но думает сделать, то можно, в принципе, вот на этих намотать. А чё? И настраивать так. Просто тут надо с торца, чтобы у вас было это отверстие. Вот у меня уже не получится. Потому что я делал так, что я сверху их настраивал в той конструкции. И я думал, так и будет. Вот, ну, посмотрю. В общем, варианты всякие. Вот на этом я заканчиваю. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всего вам хорошего. Пока.